АБСК, салют Гераклиору. В общем, чуть позже некоторую информацию скажу, но для начала я попробую подтянуться на свой рекорд с весом 80 кг 5 раз внутренним хватом. Здесь есть такие замечательные гири, вот одна из них 56 кг. 56, золотого цвета, крутая гира. Ну и вторая стандартная 24. В сумме 80. Итак, сначала подтянемся, а потом немножко информации. Буду стараться. Майку заживал. Итак, подбородок над перекладиной. Пять раз. Не знаю, попробовал вторую попытку, но вроде сразу было пять. В общем, попутно хотел бы передать эту эстафету Виталию Фищуку. Надеюсь, Виталий меня поддержит и сделает 6, и я потом обязательно улучшу результат. Итак, почему я сегодня нахожусь в СК «Салют Гераклион»? Дело в том, что вот с этими замечательными золотыми гирями я и другие блогеры, ну, скажем так, будем упражняться 20 числа. Здесь пройдет Гераклиада Кубок Краевского. То есть там будет множество разных видов спорта. Но лично я и некоторые другие блогеры, вы узнаете, я думаю, у них с каналов, примем участие в нестандартных подъемах гирь. То есть там будет 4 вида нестандартных подъемов. Вы также узнаете, что это за виды. Эта практика идет в далекие времена, 19 век, к силачам старой школы. Как я уже сказал, мы будем принимать участие в номинации блогер, потому что мы не настолько сильные, чтобы тягаться с профессионалами, но тем не менее попробуем показать все лучшее, на что мы способны. Поэтому 20 июля всем, кому интересны гири, всем, кому интересны блогеры, в том числе Алексей Шредер, приходите, болейте, я всех приглашаю. И всем своим соперникам желаю удачи, всем пока, счастливо, до новых встреч!